Нарядные школьники с букетами, первый звонок, зовущий на урок, волнение в глазах родителей. Начало учебного года – это всегда долгожданное событие. Ребята встречаются со своими друзьями, которых не видели целое лето, готовятся к получению новых знаний. Вот и 25-я фосагрошкола снова собирает за парты. Наша школа – это центр притяжения. Она всегда в движении и в развитии. Наша школа – это большая дружная семья. Это семейный союз, который объединяет родителей, обучающихся, педагогов, социальных партнеров. Этот союз дает очень хорошие плоды. Здесь хорошо работать и учиться. Создавать комфортные условия для педагогов и учеников помогает компания «Фосагро». Для химиков уже стало традицией к началу учебного года делать подарки подшефной школе. На этот раз порадовали ярким ремонтом первого этажа. Мы сделали полностью все учебные классы. Мы отремонтировали санузлы и задумались, а как же сделать так, чтобы ребятам было интересно на переменах. И сделали пространство вот, коридора, которое позволяет им проводить время на переменах с пользой. Основная задача была, чтобы помимо того, что это красиво, еще и было продуктивно, чтобы ребята могли, ну, вот, например, поиграть. Да, там магнитная шахматная доска. Это для них, мне кажется, класс. Выбор темы оформления стен не случайен. «Фосагро» поддерживает шахматную федерацию и помогает растить будущих чемпионов. Вот и местная секция, где при поддержке компании ребят обучают премудростям игры королей, находится по соседству с младшими школьниками. И благодаря тематическому оформлению общей рекреации интерес к шахматам увеличится, а с ним и количество школьных шахматистов. Очень полезно, наглядно, детям понравится, плюс еще можно фигурки подвигать. То есть это хорошая идея была. Кто-то, может быть, даже придет, поиграет. Также дети могут на перемене подойти поиграть. Химики отремонтировали и лестницу, ведущую на второй этаж. Продумали все мелочи. Разместили картинки со сказочными героями на стенах, чтобы младшие школьники в свои первые школьные месяцы чувствовали себя комфортно в серьезной обстановке учебного заведения. А на ступеньки наклеили правила грамматики и математики. Пусть ребята постарше шаг за шагом постигают науки. Для самих школьников ремонт стал сюрпризом. Ученица 4 А-класса Алиса Шмонина рассказала, что именно за это и любит свою школу. Здесь постоянно что-то добавляют новое, помимо материала, объясняют так, чтобы было понятно. Просто здесь она оформлена очень красиво. Вклад в фосагрошколу приносит щедрые результаты. Статистика радует учителей и шефов. Все выпускники прошлого года поступили в вузы, а сама школа вошла в топ-10 Саратовской области по конкурентоспособности учеников. Это, конечно, заслуга в первую очередь педагогов наших. Это, конечно, заслуга всех наших ребят, выпускников, которые успешно сдают выпускные экзамены и поступают в ведущие вузы. Конечно, заслуга родителей, которые всегда рядом. Ну и, конечно, компании «Фосагро», которая позволяет дополнительные уроки проводить, которая позволяет приглашать вузовских преподавателей для того, чтобы они работали с нашими ребятами, которая позволяет проектно-исследовательскую деятельность детей развивать. И это дает вот такие, собственно, результаты. Популярность школы растет, говорит Елена Теплова. Здесь уже не первый год конкурс, как в вузах. К примеру, в этом году в профильный 10-й фосагрокласс пришли 29 учеников, а всего было подано 42 заявления. 4 ребенка у нас пришли из других школ. Популярность школы растет, конечно. И дети, которые приходят из других школ, многому удивляются. Удивляются нашим многим традициям, нашим взаимоотношениям, нашим между педагогами и учениками. Достаточно доверительные, теплые отношения. Они очень удивляются этому, для них это как бы новое. Ну а наши, они давно живут в нашей корпоративной культуре компании «Фосагро» и нашей школы. Впереди у ребят самое интересное время открытий, дружбы, творчества, науки. Им предстоит много работать на пути к новым достижениям и победам. Но когда есть поддержка, то преодолеть можно все трудности.